Ну а если ты хочешь себе очень много робоксов по низкой цене, то тогда тебе на robuxone.net. Здесь доступно два метода покупки робоксов: покупка из группы и покупка методом трансфер. Также в их присутствии я, ВК-группа, в которой регулярно проводятся конкурсы на очень много робоксов. Ссылочки на robuxone.net будут в закрепленном комментарии. Всем привет, мои дорогие друзья, меня зовут Влад, и в сегодняшнем видеоролике вместе с вами поиграем в игрушку под названием Sonic Speed Simulator. В сегодняшнем видеоролике я тебе расскажу все про новенькое обновление и что, возможно, у нас добавят в новом обновлении. Но перед началом этого видосика я бы специально для тебя хотел бы разыграть кое-какого персонажика из спавна, а именно вот такого вот классического Соника. Вот он. Чтобы тебе его получить, ты должен поставить лайк, подписаться на мой канал, написать любой комментарий с своим ником в дискорде, вступить в мой дискорд сервер по ссылочке в описании, и все итоги будут на 3000 лайков. Поэтому участвуй в конкурсе, ставь лайкусик и приятнейшего тебе просмотра. Ну что же, давайте начнем этот видеоролик, и я тебе сегодня расскажу про новое обновление, которое у нас выйдет уже совсем скоро. И возможно, в этом обновлении нам ребята добавят кое-какую интересную вещь, а именно трейд. Да, сегодня у нас видеоролик будет довольно-таки короткий, я думаю, и давай я тебе расскажу, что это вообще за трейд, зачем он нужен и что там можно будет за трейд. То есть, ребята, в сегодняшнем видеоролике я тебе расскажу про трейд, и что это вообще за трейд, и что он из себя будет представлять. Я думаю, в других играх ты уже видел систему трейда, что оно из себя представляет. Просто ты кидаешь другому игроку приглашение на трейд, ты выбираешь то, что ты хочешь отдать, и игрок выбирает то, что он хочет тебе подарить. Ну, то есть, к примеру, ты кидаешь игроку приглашение на трейд, ты выбираешь вот этого Соника, к примеру, ты его хочешь отдать, а игрок тебе хочет выдать, к примеру, вот такого вот. И у вас существуется такой, может так сказать, обмен. Ты отдаешь вот это и получаешь вот этого. То есть такое, возможно, нам добавят, ребята, в Sonic Speed Simulator, но мы Соников обменивать не будем, потому что ну Соников обменивать это как бы, ну, такое себе, знаете, мне кажется, это очень странно будет выглядеть. А я думаю, что мы будем обменивать, ребята, кольца, потому что кто играл, ребята, в Pet Simulator X, тот знает, что там можно будет обменивать гемы, а вот здесь, в Sonic Speed Simulator, можно будет обменивать кольца, ребята. И можно будет обменивать вот этих вот чао, потому что чао выбивается, ребята, из яиц, и можно просто будет вот так взять, затрейдить, ребята, и получить себе чао, либо же вот эти, ребята, трейлы. Трейлы, я думаю, тоже можно будет, ребята, обменивать, потому что, видите, кстати, у меня уже трейл 96 уровня, я вот этот трейл выбрал в самом начале моей карьеры Sonic Speed Simulator, и вот, видите, я до сих пор ними пользуюсь, ребята. Конечно, этот трейл довольно-таки плохой, но я им до сих пор пользуюсь. То есть, да, ребята, я думаю, что, возможно, трейдик нам добавят, ребята, в Sonic Speed Simulator, что можно будет, ребята, отдавать, к примеру, чао, а взамен получать какой-то вот этот, ребята, трейл. Но мне интересно, ребята, будет, можно ли будет все-таки Соников, ребята, трейдить, но мне кажется, это довольно-таки читерско будет, если бы нужно будет Соников трейдить. К примеру, у нас выходит новое обновление, добавляют двоих новых Соников, какой-то чел уже их получил и уже быстренько их затрейдил. Мне кажется, это будет довольно-таки читерски, ребята, но возможно, такую реально у нас добавят, ребята, либо в следующем обновлении, либо в одних из следующих обновлениях, потому что сегодня у нас уже какой день, ребята? Сегодня у нас уже четверг, завтра у нас должны пойти сливы нового обновления, и вообще, вроде как должны там иконки обновиться, и мы увидим все, что нам новенькое, ребята, добавят. То есть, да, завтра у нас уже новое обновление, и если не добавят трейд, то, правда, я не знаю, что нам могут еще добавить, потому что, ну, трейд это прям реально очень классная штука. Если что, свое мнение ты можешь написать в комментариях, но если тебе понравился видосик, то можешь поставить лайкусик, подписаться на мой канал, и на этом мы будем уже потихонечку заканчивать. Спасибо тебе, что ты смотрел видос от начала и до самого конца. С тобой был я, Влад, и я желаю тебе хорошего настроения, удачки, пока!